Викторина-то давай. А я имею. Так. Да нельзя. А стабильки? Итак, прошу прощения за задержку, да, потому что, ну, так скажем, мы очень давно не устраивали соревнования, территориальную работу, такая успешность, все бывает в жизни, но, надеюсь, погода все-таки нам сегодня чуть-чуть помогла, да? Значит, с чего я хочу начать наше поздравление. Хочу сказать огромное спасибо, что вы приехали, несмотря на ранний такой утренний хороший дождь, вы не испугались и приехали. Очень рада видеть много малышей, но не собаки. Очень рада видеть наших ветеранов вообще вот просто. Вот прям. Позвать надо, чтобы ладно. Значит, и начну я, так скажем, награждение с викторины, да, которую придумала наша учитель. Я не знаю, куда она все это взяла, но она, когда я почитала, я сказала, это тяжко, очень тяжко. Итак, мы награждаем два пары места. Поделили пополам у нас Ефремова Ирина. Так, сейчас. Маленький приз, да, это второе место. Пожалуйста. Еще второе место Карина Аверьянова, да, тоже победила у нас. Это викторина. Это викторина. Ну и самая умная у нас оказалась Никульцева Мария. Пожалуйста. Так, мы вам вручаем магнитик, да, Санкт-Петербург. Так, сейчас. И, соответственно, ну, тарелка. Тарелка, просто тарелка. Поздравляю. Так как у нас в дебюте, мы сейчас начнем с маленьких, в дебюте у нас новички, кто мог и хотел, показывали подвиг места. Сейчас я быстренько зачитаю, кто у нас все-таки дошел до конца, этот сложный навык, да, для новичков. Итак, из участвующих 12 место, Харитонова Мария, пожалуйста, и Глобчик. 11 место, Головкина Ксения, молодцы. Молодцы, старались, главное, не стремиться. 10 место, Михайлова Софья, пожалуйста. Першин Виктория, 9 место. И Глобчики, молодцы, умнички. 5 Лева Мария. Дебютки, да, молодцы, умнички. Литовские, седьмое место, молодцы, старались, все старались. Суханова Ярослава, у нас шестое место с папильончиком. Дудукова Ирина, пятое место. Ирина, да, приятно видеть таких собак. Триеры. Что такое? Крупина Оксана, четвертое место. Секундочку, пожалуйста. Живой у нас третье место. Да. Второе место. Берзан Екатерина, где? Так, хорошо. И первое место вот в этом маленьком таком фотографии. И Куйцева Мария. Так, она сейчас заходит. И кружка. Ой. Розетка. Да. И маленький губ. Золотой больше. Куда? Так, и теперь. Да, бегёта, да, забыла Екатерина у нас. Малышей. Почему это первое место? Итак, 16 место. Литовская Ольга, 54 балла.
Аня, стойте, 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 стойте! Давайте, Виталий, вот это оставьте, если вы его туда достанете. 15-е место, 70 баллов, колонки, Ксения. Так, Максим, тоже. По прикушку. Да, с первыми медалями у вас. Анучкина Наталья у нас 75,5 баллов, 14-е место. Дондукова Ирина у нас 13-е место, 77 баллов. Бегут, убегают прямо все. Буханова Ярослава, Ярослава Биглем. Грета, это не ее, она на папа в отпуске, она за него отдувалась. Да, ну выручают вот. Берзан Екатерина, послушание 11-е место у нас. Ну, я заберу, да, пока держите, потому что к вам еще. Так, как хочешь. Да, я до мамы вот обрываю медаль. Так, что такое? Нет. Жукова Ольга, послушание, дебют в КТБ, 10-е место. Да, молодцы, 10-е место. Першина Виктория, послушание, дебют, 9-е место, 81,5 по десятку, отлично, подождите, орден. Михайлова Софья, послушание, 8-е место, 82 балла, молодцы. Опять идем, да уходим. Очень приятно. Яковлева Мария, Сверкшнауцер, 7-е место, умнички, молодцы. Харитонова Мария, послушание, 6-е место. Ну, Ольга Мария так боялась, так боялась. Плотников Иван, с французским бульдогом Зидан, 5-е место. Молодцы. Уже хороший результат, отлично. 4-е место. Крупина Оксана. Лаврика, где у нас лаврики, шоколадки, молодцы, поздравляем. Медаль. Итак, мы дошли до призера. Сейчас разберусь. Сеня. Просто бордер. Итак, 3-е место. Суханова Ярослава, послушание с Виктором. Молодцы. 92 балла. Нет. Можно вообще вставать на 3-е место. А что-то мы как-то руки не поставили туда. Что-то мы как-то промахнули. Можно фотографировать. Ефремова Ирина, послушание. Бордер Кольер. Выходим. Второе место у нас Никульцева Мария, послушание с бультерьерчиком. И Ефремова Ирина, первое место. Это
4 балла. Подсмотрю про Александра с Бергским Зенинхуфом. Тоже не ее собака, хозяйка отдыхает. Девочки отдувают, у хозяев. Молодцы. Вот так. Уже хорошо. 12-е место. Кабанова Татьяна. Очень веселая собака. Да, очень замечательно вообще просто. Мы вам приз сейчас дадим за самую веселуху. Вот. Молодец, молодец, Таня. Ну, она такой красавец. 11-е место, 66 баллов. Малыч Алина. Или Калыч, могу неправильно произносить. Ой, по подличке собачка. 11-е место, где собака? Где собака? А вот поэтому двигаем. Они вообще-то и морковь. Понятно. Ладно, заберу. 10-е место. Головкина Мария, послушание, да? У нас 20. Низ. Сережа, ты прыгаешь. Не надо, ну запутайся. Вот иди, вот теперь иди, попробуй скажи, что маленький. Давай, давай, давай. Забыла раздачу шапку по лишнику. Раздай, пожалуйста, маленький. Шуманова Людмила, послушание, 9-е место. Да, получилось. Ее головы. Да, и вот снарядом. Вот смотрю, Александра, послушание. Свои собаку целое место. Так, опять Суханова Ярослава, у нас седьмое место со своей уже собакой. Суханова! Шестое место, Афанасьева Татьяна. Лёшка. 75 баллов. Да? Пятое место, четвёрочка у нас пошла. Петрина Наталья. Ира, Ира,
да, пятое место было сложно первое идти, страшно. Четвертое место, чеснока Лаула. Коти! Даже заковыряли, Третье место. Родичкина Ирина, стой, пожалуйста. Уходим на пьедестал, не падает. Тихо. Викай Марина с Кузей выходит на второе место. Нет. И самый большой сильный в классе, да, у нас победила Шуйкевич Надежда, золотой европейский отчарный сталкер. Пожалуйста, Арина, вам удалось. Всех была рада вас видеть.
Пригласите нас еще! Пригласите! Да, могу напомнить вам про Каштанка, да, у них тоже соревнования в Сосновке. Я правда не буду. Каштанка, Каштанка! Марин, когда чего у вас сколько завтра? Ну, сама выйду сюда. В 11 в Сосновке. Ну, аджилисты на Кубок Санкт-Петербурга, кто едет, там увидимся. Да, Кубок сужу тоже я. Завтра увидимся. Все, всем до новых встреч, кто остается, значит, будем лопать шашлык. Пожалуйста.